И еще одно преступление. Мошенники продали мурманчанам фальшивую медицинскую технику, соблазнив их крупной скидкой. В итоге пожилая супружеская пара впустую потратила почти 30 тысяч рублей. Подробности далее. Такой чудо-аппарат, спасающий от всех болезней, мошенники продали пожилой супружеской паре, представившись сотрудниками медицинской организации. Доверчивые пенсионеры, услышав должности и регалии любезных гостей, открыли двери и впустили их в дом. А прослушав подробную лекцию про революционные достижения современной медицины, решились на крупную покупку. Решающим фактором стало заманчивое предложение, которое действует только здесь и сейчас. Вот паспорт, ветеранские. Вот это все подали. Вот эти стоят 50 с чем-то или 60, сказал. А вы должны 26 тысяч и 28. Новые сейчас, новые, современные. И лечат хорошо. Показал, как надо. Ой. На данный момент зарегистрировано несколько случаев продажи поддельной медицинской техники пенсионерам. Скорее всего, обманутых таким образом северян гораздо больше. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, товары, предлагаемые лжепродавцами, на самом деле стоят не более 9 тысяч рублей. Но главное, они исключены из списков медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Ждать чудотворного эффекта от лечения ими не стоит.